Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас новости Planet Zoo. Я немного приболела, поэтому такой странный голос. Но новости не ждут, так что поехали. Разработчики анонсировали выход бесплатного обновления 1.16, которое выйдет 13 декабря. Для нас подготовили кое-что интересненькое. Сегодня поговорим о новинках, ну а полный список разработчики, как всегда, вывесят в день выхода обновления. Нас с вами ждут модульные сувенирные магазины. Создавайте настоящие сувенирные магазины, чтобы впечатлить ваших посетителей и получить совершенно новый опыт от игры. Теперь у нас появятся полностью функциональные магазины, которые вы можете украсить на свой вкус. Добавляйте витрины, полки и даже кассу. Чтобы создать свой идеальный магазин, все, что вам нужно сделать, это подготовить для него место и разместить модульную установку, которую можно найти на вкладке для посетителей. Вы можете расширить территорию магазина до желаемого размера. Как только фундамент заложен, пришло время для самого интересного. Начните добавлять украшения для своих витрин в магазине. Ведь вам действительно будет из чего выбрать. От стоек с различными плакатами и угловых полок до подвесных витрин и стеллажей. Приятной новостью станет и то, что у всех этих предметов можно будет менять цвета, что дает еще больше возможностей для творчества. На полках будет выпадающее меню, в котором вы сможете выбрать, что хотите выставить на витрину для привлечения посетителей. Чтобы добавить вашему магазину еще больше уникальности, добавьте свой собственный реквизит во всем помещении и даже на полках. Как я уже говорила, магазины будут полностью функциональны. Посетители смогут в них не только входить и выходить, но будут также прогуливаться по территории магазина, взаимодействовать с витринами и даже с кассами. Звучит интересно, не правда ли? Еще нас ждет новая функция. Теперь можно будет перекрашивать несколько объектов одновременно, если их цветовые каналы идентичны. Звучит сложно и непонятно? Тогда приходите ко мне на прямую трансляцию, будем разбираться вместе. Ну и вишенка на торте. Амурские и бенгальские тигры получат несколько новых цветовых мутаций. Это просто потрясающая новость. Я очень рада, что разработчики продолжают добавлять новые окрасы старым животным. Это не только разнообразит игру, но и возвращает интерес к животным, которые уже давно приелись. К тому же оба эти вида из базовой игры. Поэтому каждый из вас сможет полюбоваться новыми шубками полосатых котеек. Ну что ж, вот мы и разобрали все новинки. И, конечно же, обновление придет с различными исправлениями и улучшениями. Разработчики вывесят их в примечании к обновлению в день выпуска. Пишите в комментариях, что из новинок вы ждете больше всего. И приглашаю вас на специальную прямую трансляцию на моем канале 13 декабря, в день выхода обновления и DLC. Посмотрим на новинки вместе в прямом эфире. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий, если вам понравилось это видео и вы хотите больше контента по Planet Zoo. Благодарю всех, кто был со мной, и до новых встреч!